Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Сегодня я буду менять подстилку в маточнике у кроликов. Кроликам сегодня 9 дней. Вот такие они уже выросли. Так, давайте посмотрим. Так, перчаточки. Сначала я делаю резиновые перчатки. Немножко их пропитаю запахом. Так, теперь посмотрим крольчаток. Вот он какой маленький. Ой, какой хорошенький, уже большой. Вот такой здоровый. Сейчас я возьму то, что почище здесь. Пух сложу в ящичек. Вот в этот ящичек. И переложу туда крольчаток. Почище мне нужно собрать все это. Все, что здесь есть, почище, для того, чтобы заменить. Хоть они и маленькие крольчатки, но гадят они достаточно хорошо. Так, теперь вытащим их. Вот что маленький, такой хорошенький, хорошенький, хорошенький. Вот он. В помещении здесь тепло. О, глазки уже открыли. Открыли глазки. Так, следующий. Иди сюда, малыш, малыш. Пузатик ты маленький. Вот. Ну-ка, этот глазки открыл. Покажи второй глазик. Открыл глазки. Так, где у нас третий малыш? Вот третий малыш. Вот они какие милашки. Четвертый малыш. Ох, какие. Еще немного соберу здесь. Пуха хорошего. Так. Сухого самое главное надо собрать и чистого. Я уже приготовила. Приготовила чистую соломку. Ящичек для грязной соломки. Весы. Сейчас будем взвешивать. И крольчат пока переложила в ящичек. Ящичек поставлю в сторонку. Сейчас очищу маточник и покажу вам. Маточник очищен. Положила я новую соломку. Вот сделала углубление такое, как гнездышко. Теперь я взвешу малышей. Так, пройдемте. Включим весы и будем взвешивать по одному. Так, сколько они там теперь у нас весят? Маленький, маленький. Тихо, не падай. Видно? Тише, малыш, 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 ножки, ножки. Надо было корзиночку взять какую-нибудь. 274 грамма. Вот, ложим сюда его. Гнездо. Берем следующего малыша. Тихо, тихо, маленький, маленький. Тихо, 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 тихо. Сейчас мусор уберем. Ты куда? Какой шустренький, какой шустренький. 274 грамма, 273. Так, пойдем в домик. Какие ушки большие у тебя. Видно, какой он лапулечка. Красотулечка. Так, третий малыш. Иди сюда. Такие хорошенькие малыши. Так, стой, стой, стой. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. 258-59 грамм. Так, вот тебя тоже положим сюда, в домик. Четвертый малыш. Давай, иди, иди ко мне. Иди, маленький. Иди, хорошенький. Так. Стой, стой, стой. Надо в следующий раз взять какую-нибудь чашечку, в которую их положить. 326 грамм. Ох ты, какой бутузик. Шустрик ты какой. Вот. Такой у него хороший пузик. Пузик у бутузика. Так, теперь положим ту соломку, которую мы брали с гнезда. И накроем наших малышей. Вот так. Пухом. Маминым пухом. Так, мусор уберем. Тут помещение. Так, окошечки попадаются. Надо все убрать, чтобы чистенько было. Так,
Вот еще. Все. Ой, тут опять грязь. В принципе, я думала, хуже будет загажено. Но так ничего. Нормально. Так, крольчиха, если хватать не будет пуха, она еще надергает. Ну, было в том гнезде, в предыдущем, который я убрала, достаточно много пуха. Будет не хватать, она сделает. Ну вот они. Давайте, малыши. Пока-пока, до следующей встречи. Маленький-маленький. Ну все, всем пока-пока.